Это работает? Да, мистер Хичкок, это работает. Хорошо. Я готов рассказать свою историю. Меня зовут Альфред Хичкок. До смерти я был самым известным режиссером в мире. Мои фильмы были как Джимми Стюарт в «Окне во двор». Они любили смотреть. Как бы вы хотели, чтобы мы смотрели ваши фильмы в 21 веке, Альфред? Хочу, чтобы вы увидели Джанет в том одиноком, далеком душе. И увидели себя в ней. Ее надежду. Вашу уязвимость. Вы хотели, чтобы мы смотрели на лица, желания. У нее было силовое поле. Да. В головокружении я хотел, чтобы вы ощутили эту силу. Я хотел, чтобы Ким вас загипнотизировал. Я также хотел, чтобы вы убежали. Эскапизм, как Кэрри в кукурузном поле. Все высказались о ваших фильмах. Но теперь моя очередь провести вас по моим фильмам. Моим историям. Загляните в мой мир. Вам слово, мистер Хичкок.